отличие между советской и современной Москвой – это огромная разница. С 90-х годов Москва до сегодняшнего дня стала европейским, современным, красивым городом. Я благодарен Лужкову Юрию Михайловичу и Собянину, которые делают все, чтобы Москва процветала, чтобы она была достойно представлена в мире как один из самых красивых городов. Сегодня приятно ходить, улицы освещены, везде асфальтируют дороги, появляются для пешеходов возможности гулять, а иностранцы радостно приезжают в Россию, в Москву и получают истинное удовольствие. Поэтому построено очень много замечательно, восстановлено, реконструировано. И, конечно, есть изменения в любом мегаполисе огромном. Всегда происходят какие-то достройки, происходят какие-то легкие нарушения, отклонения от исторических как бы канонов. Но так должно быть во всем мире, и так есть, и так будет. Но главное, что те, кто делает это, старается и заботится, и делает это с любовью. Я вот Сергея Семеновича считаю великим созидателем. И не потому, что мы с ним знакомы или не знакомы, а потому, что он великий человек, который патриот своей страны, своей родины.